Витаю всех. Пока сохнет шамотная крошка, вот хотелось бы поделиться немножко опытом использования точила Elitek ST600 по замене, например, на алмазные чашки. Как правильно это делать? Я всегда надо отмечать круг. Вот. Вот у меня есть метки. Метки, чтобы потом установить также круг и чтобы на нем не было биения. Вот. И для использования, чтобы поставить алмазные чашки и круги, например, другой толщины, нам надо вот такие вот вкладыши. Вкладыши я заказывал, мне вытачивали, они алюминиевые. Они необходимы. Также можно ставить диски отрезные, что необходимо тоже. Ну, сейчас продемонстрируем. Да, отметки ставим с двух сторон. Когда круги устанавливаем, чтобы они были в одинаковом положении. Ну вот, поставили алмазную чашку. И теперь запускаем. Вот работа. Ни к чему не прикреплен. Биения нет. Так делаем во всем. И алмазные диски, и диски отрезные, и тому подобное. Все, можно приступать к заточке. Я обычно точу сверло и все такое.